Для Валентины Шмаргун визит сотрудников МЧС – приятное событие. Она всегда рада гостям, особенно таким. Сегодня спасатели пришли для того, чтобы установить в квартире пенсионерки пожарный извещатель. Здесь Валентина Николаевна проживает вместе с дочерью-инвалидом. Вот последний раз, когда приходил молодой человек из МЧС, мы с ним разговаривали на эту тему. Я ему говорила, что я очень обеспокоюсь о том, что у меня вот дочь инвалид, и бывает такое, что никого нету, и я ухожу, мне надо уйти. И мы с ним договорились, что мне поставят вот эти излучатели. Слава Богу, не очень долго прошло время. Все хорошо, слава Богу, поставили. Благодарю. Установка пожарного извещателя на безвозмездной основе производится в домах социально уязвимой категории граждан, у одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, у многодетных семей. Работа эта систематическая и регулярная. Установка автономных пожарных извещателей – это комплексная работа, начиная с составления списков, обследования домовладений, где необходимо установить автономные пожарные извещатели, анализ этих домовладений, выработка мероприятий, поведение опять в органах власти и так далее. То есть, а уже конечный результат – это установка автономных пожарных извещателей. Ежегодно в городе Бресте устанавливается порядка 200-300 извещателей именно в социальной категории граждан. Установка пожарного извещателя сегодня – мера необходимая. Эти небольшие приборы, как показывает статистика, часто позволяют избежать трагедии. В рамках посещения сотрудники МЧС не только устанавливают пожарные извещатели, но и проводят опрос людей. Интересуются, что в работе электрооборудования у них вызывает подозрение, чтобы проверить или пригласить специалистов по профилю и предупредить ситуацию с неблагополучным концом. Автономный пожарный извещатель, он даже и стимулирует граждан, которых они установлены. Мы не регистрируем, и очень крайне редко мы регистрируем пожары, где установлены автономные пожарные извещатели. То есть человек понимает, что ему нужно соблюдать правила пожарной безопасности, что может привести к возникновению пожара. И это был определенный стимул в его безопасности. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.